Как законно майнить в России криптовалюту даже без разрешения государства? Пошаговая инструкция. Россия входит в топ-5 стран по майнингу криптовалют. При этом до сих пор в нашей стране майнинг криптовалют незаконен. Многие сталкиваются с проблемами, когда возбуждаются какие-то дела, изымают майнинговое оборудование, людей штрафуют за применение не тех тарифов на электроэнергию. Но ведь существуют способы законного майнинга и легализации своих доходов от майнинга криптовалют. В этом видео я расскажу вам, что это за способы и как законно и легально майнить свои биткоины для того, чтобы у государства к вам не было вопросов. И самое важное, что та пошаговая инструкция, которую я вам сегодня расскажу, уже опробована нашими клиентами. Итак, шаг первый. Конечно же, нам нужно зарегистрировать компанию в России. Эта компания должна быть зарегистрирована с акведами и активностями в сфере IT и в сфере предоставления серверов и иного оборудования в аренду. Шаг номер два. Купить в лизинг, либо сразу с оплатой полной стоимости, майнинговое оборудование и поставить это оборудование на баланс компании. Шаг номер три. Заключить договор аренды площадей для размещения майнингового оборудования и при этом указать в этом договоре, что вы арендуете помещение для размещения серверов. По сути, это правда. Майнинговое оборудование – это, по сути, серверное оборудование. Шаг номер 4. Зарегистрировать компанию в Объединенных Арабских Эмиратах во фризоне лицензии в сфере IT. И после этого для этой компании открыть в официальной бирже, расположенной на территории Объединенных Арабских Эмиратов, счет для своей компании. Вам может сейчас показаться, что это очень сложно, но на самом деле никаких сложностей это не представляет. Биржа открывает эти счета именно в криптовалюте. Следующий шаг – это заключение договоров на поставку электроэнергии для серверов, которые у вас есть. Как правило, оборудование размещают в тех регионах, где дешевая электроэнергия, где есть большие мощности, и там можно получить электричество по льготным ставкам. Следующий шаг – запустить оборудование и начать уже майнить свой биткоин, либо другую криптовалюту. Но майнить эту криптовалюту я вам рекомендую в специальные пулы, которые это позволяют. И не выводить эту криптовалюту на собственные кошельки. Что такое пулы? Это несколько человек, либо компаний, которые объединяются вместе для майнинга криптовалют. То есть они соединяют свои мощности. Таким образом, законно на майненную криптовалюту, не с личного кошелька, а именно с пула, вы можете перевести на счет биржи, подтвердив при этом на бирже происхождение своей криптовалюты. На этой бирже вы можете свою криптовалюту конвертировать в дирхам, либо в любую другую свободно конвертируемую валюту, например, в доллар, и отправить по безналу, свифтом, эти деньги со счета своей эмиратской компании в Россию за услуги сервера. Есть некая компания в России, у которой есть серверы, которые она сдает в аренду иностранной компании. За эти серверы поступает официальная оплата от этой же иностранной компании в валюте в Россию. Дальше эту валютную выручку можно конвертировать в рубли и с нее заплатить необходимые налоги. Именно таким способом можно легализовать на 100% майнинг криптовалют, обезопасить себя от каких-то мер борьбы со стороны государства и иметь в России чистый, белый, обоснованный с учетом оплаты налогов доход от майнинга криптовалют. Поэтому, товарищи, обращайтесь в мою компанию, в мою юридическую компанию Ассистент Плюс, которая поможет вам выстроить под ключ и в России, и в Эмиратах всю инфраструктуру для законного майнинга криптовалют. Ссылка на мою компанию в описании к этому ролику.